Записаться на вакцинацию от коронавируса камчатцы могут по телефону 122. Об этом сообщили в региональном министерстве цифрового развития края. После звонка на единый номер надо нажать цифру 5. После того, как голосовой информатор назовет нужное лечебное учреждение, нужно нажать на соответствующую кнопку и дождаться ответа оператора. Он запишет ваши данные и номер телефона. После того, как сформируют список, вам перезвонят и пригласят на вакцинацию. В ближайшее время станет доступна электронная запись на портале госуслуги 41. Отметим, что по последним данным на Камчатке прививки сделал 681 человек, из них 98 только за последние сутки.